Когда мы обрабатываем фотографию, мы превращаемся в художника, в творца. А творца не должны отвлекать мелочи и сторонние предметы. Когда перед вами только палитра и холст, вас ничто не отвлечет от творческого процесса. Ваша работа станет для вас увлекательнее и интереснее. И сегодня я вам меньше, чем за одну минуту, покажу, как в несколько кликов за несколько секунд навести порядок на своем рабочем месте в Lightroom и оставить только самое необходимое. Итак, в роли холста фотография, палитра – это панель обработки и цветокоррекции, вы художник и творец, а с вами интерактивная фотошкола Art Photo Life, меня зовут Серджио и поехали! Итак, друзья, смотрим, чтобы ваша раскладочка была на английском языке. Нажимаем и удерживаем кнопку Shift. Теперь нажимаем кнопку F. Верхняя панель скрылась, но не полностью. Еще раз нажимаем кнопку F при зажатой кнопочке Shift. Верхняя панель скрылась полностью. Мы все еще удерживаем кнопку Shift. Нажимаем кнопку Tab. Боковые панели скрылись. Осталась только нижняя панель Tab Bar. Продолжаем удерживать кнопочку Shift. Нажимаем кнопочку T. Отпускаем кнопку Shift, берем мышку в руки и нажимаем справа стрелочку. Таким образом, на нашем экране только изображение и панель для редактирования фотографии. Все остальное лишнее и ненужное мы с вами скрыли, и это особенно актуально для тех, у кого не очень большие экраны. Теперь ваши фотографии будут намного лучше, потому что ничего вас не отвлечет от работы над вашей замечательной фотографией. Ну, разве только что запах вкусного кофе, который сварился и намекает мне, что пора заканчивать этот урок. А как вернуть панели обычный внешний вид и привычный интерфейс, я расскажу в следующем видео. Да нет, нет, конечно же шучу. Итак, нажимаем кнопку Shift и действуем в обратном порядке. Нажимаем кнопку T, нажимаем кнопку Tab. Еще раз нажимаем кнопку Tab и все еще удерживая кнопочку Shift, нажимаем кнопку F. Итак, мы вернулись с вами к первоначальному интерфейсу и теперь уже после обработки фотографии сможем работать над другими параметрами изображения. Например, сохранить пресет. На этом, друзья, все. А если ты впервые на моем канале, переходи в мой инстаграм по ссылке под видео. И после подписки тебя ждет подарок, набор из моих 20 пресетов. Pack Universal. Друзья, надеюсь, видео было полезным, а лайк будет лучшей для меня мотивацией продолжать снимать для вас полезные и интересные видео по обработке фотографий. Желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч.